Наливаем 2 стакана кефира. Добавляем 3 яйца, пол стакана сахара, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды. Все хорошо перемешиваем. И добавляем постепенно муку, примерно 3,5 стакана. Все зависит от муки. Размешиваем сначала венчиком, затем ложкой. Вот такой консистенции должно получиться тесто. Если муки недостаточно, то оладушки впитывают в себя много масла при жарке и получаются жирными. Жарим на среднем огне. Оладьи получаются очень вкусные и пышные.